На сегодняшний день в районе БАЦ-2 проводятся работы по реконструкции автомобильной дороги улицы Тавильсидык и улицы Мустафа Шохая от проспекта Санки-Байбатыра до улицы Тавильсидык. На сегодняшний день перекрыто движение на участке автомобильной дороги улицы Шохая от проспекта Санки-Байбатыра до улицы Тавильсидык. Проводятся работы по расширению. Проводятся работы по асфальтированию. Согласно рабочему проекту, там будет шестиполосное движение. И планируем до 1 сентября пустить движение по данному участку дороги.